Да стойте там, я подъеду. Стойте там, я подъеду. Сейчас машину пропущу. Автовокзал к Лелеке или к Шлагбауму. Куда хотите, где вам ближе? Как вам лучше? Ой, нет, второй перрон, но мне лучше. К Шлагбауму. Как подберете такую беседу? Не могу вообще на территорию заехать, только там въезд платный, 15 рублей. Мелочь найдете, заедем. Да, хорошо. Давайте ищите 15 рублей, сейчас заплатим охраннику. Угу. Он даже чек выдаст вам. Но он все равно выдаст. Ну, хорошо. Пусть выдает, а так 15 рублей себе в карман положит. Я понимаю, что нам наплевать, но людей тоже ж приучают. Так, а мы здесь выйдем вообще? Да, вот сюда вот. А, и потом все равно ехать разворачиваться, да? Подумала за это. Ну а какая разница, а там сейчас бы, там бы сейчас бы разворачивались, туда ехали, какая разница, где крутиться. Хотя нет, разрыв есть, он сплошной, сегодня, можно ехать. Сегодня так тепло. До 27, я обещаю. Я даже не ожидала. Ну я прогноз сюда посмотрел, я ожидал. Скажу, вот что считается. Понятно.